Итак, погнали. Брателло против Хрона. Брателло, нет, это Хрон у нас. Хрон на красном. И смотрите, вот это стандартное начало, нормальное, но жестко здесь отрейлил Хрон. И смотрите, опять без меги начало, странно. Минус здесь. И еще у нас сравнивается. Хорошо здесь Хрон атакует, уверенно, и минусует здесь он Брателло. Оу, хорошая такая базука, прям Хрона поднесла вверх немножко, дала ему возможность долететь. Куда он там собирался. Но все равно здесь Хрон минусует Брателло. Что сегодня Брателло не в форме как-то. Озабочен он, наверное, политикой сейчас. Больше, чем фейком. Шутка, конечно. Размен здесь по фрагам, но выгоден он для Хрона, потому что особого контроля сейчас не было у него. Сейчас все девайсы, в принципе, должны идти дальше по стандарту. Потому как они и должны были идти. Мега уже появилась, и смотрите... Ой-ой-ой, ошибка сейчас от Хрона. Подумал, что получится переиграть здесь Брателло. На Брателло нормально все сделал. Смотрите, все равно умудряется из этой сложнейшей ситуации Хрон убежать. Хорошо здесь Брателло он принимает, но все равно не получилось убить. Хоть и очень много надамажило. Да, базюлька зачетная, молодцы там в начале. И минус там от Хрона, ой, от Брателло. Решил он самоубийством покончить в этот момент. Не пережил такого огромного стека у Хрона. И смотрите, вот кемперил здесь неплохо. На полтинник не успевает, теперь полтинник достался Хрону, и совсем это плохо для Брателло. 200-100 сейчас стеку. У Хрона. Минус здесь Брателло. Ну и пока как-то бесперспективно выглядит игра для Брателло. Здесь не залетел директ, но могло хорошо надамажить. И смотри, сейчас базук мало остается. Да, приходится Хрону спрыгивать, и Брателло его на этом минусует. Возможно, нужно было максимум откидать базук, то есть, чтобы прям вообще их не осталось. И тогда уже выходить, то есть максимально надамажив оппонента. Красный за Хроном, мега лежит. Сейчас ее заберет Брателло и будет подрейливать здесь Хрон. Не успел, не успел. На желтом очередная встреча. За фрагу успел отыграть Брателло, пока я отвлекся. Ну
Ну, что еще можно здесь добавить? Половина игры уже прошла. Мега здесь будет за хроном. Скажите, есть ли фризы небольшие, подлаги как будто бы? Потому что у меня впечатление, что остались все равно. Все норм, все норм, все норм, все норм. Все окей, ребят, все окей. А это потому, что у меня премиум аккаунт, поэтому у меня нет рекламы. На премиумах и на про аккаунтах, по-моему, рекламы нету. Ну, плюс у меня такой пикмик, что там никакой рекламы все равно не будет. Ой-ой-ой, хорошо здесь уходит брателло, но пока ему это не помогает, времени-то остается не так много. Буквально 3 минуты с небольшим. Выходит здесь хрон на брателло. Хорошо здесь хрон вообще, отлично прошафтил. У брателла там очень слабый стек остался. Мега сейчас лежит. Может так не успеть сейчас хрон на самом деле на мигу. Нормально успевает. Минус брателла тут будет. Ну, потому что ситуация была сейчас для него не очень удачная. 8-2. Остается 2 минуты буквально. Вроде бы хорошо атакует, но вот смотрите, одна базука, и сейчас минус брателло будет, да. Левый респаун чекает, хотя надо правый. Успевает здесь убежать, получает одну базуку, вторую, смотрите, выживает. Мигу что ли взял? Не, мига сейчас только будет, да. Странно, долго так сопротивлялся тут брателло. Вот здесь хрон, мне кажется, вообще зря лезет. Но все равно убил. 5 секунд до красного. Двенадцать-два тем временем счет, и, конечно, для брателла здесь выглядит очень печально все. Ну, напомню, что здесь каждый играет с каждым. Тортик решил посмотреть. Но уже чувствует, что победил. Хрон. Воу. Залетает он прям. Очередной минус, минута остается. Опять левый вместо правого респа чекает, но уже все это не принципиально, потому что 15-2, конечно, Акьюри не отыграть здесь будет в брателле. Подписывайтесь на канал, ставьте плюсики и всякое такое. Полезняшками пока вы можете заняться, оставить комментарий, картиночку какую-нибудь интересную бросить. На заставочке в стримах буду ставить, я уже отобрал парочку интересных, надо просто подобрать момент, чтобы их в перерывах ставить.
Ну как, это не игра 1999 года, ты не прав, тут, там в чатике пишут. Все-таки это не Quake 3, это Quake Life.